Прием заявок от каюров на участие в фестивале зимних видов спорта «Снежный путь 2019» открыт. Об этом сообщили в администрации Петропавловска. Заявки от участников спортивных соревнований принимаются до 28 февраля. Жеребьевка спортсменов в дисциплине нарто-спринт будет осуществляться 9 марта. Лично спортсменами перед началом соревнований. Жеребьевка остальных стартовых позиций пройдет на мандатной комиссии 7 марта. Напомним, что фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь 2019» пройдет в Петропавловске 9 марта. В рамках всемирно известной экстремальной гонки на собачьих упряжках «Беренге-2019». Подробности читайте на сайте city41.ru.